в Беларуси узаконили параллельный импорт, что теперь можно приобрести на сером рынке. В Беларуси узаконили параллельный импорт, распространяющийся на софт, музыку и фильмы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на издание Триднус. То есть, как пишет издание, теперь большинство товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, то есть пиратским способом решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей, принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность возить оригинальный товар не только самим правообладателям или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам. Установление этой временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка, приводит. Издание сообщения правительства, которое фактически признает узаконенную контрабанду товаров. Помимо прочего, под действие нового закона попадают программное обеспечение, аудиовизуальные произведения, в том числе кино, телепрограммы, и другие. Музыкальные композиции правообладателей из стран, совершающих недружественные действия в отношении Беларуси. Триднус напоминает, что закон об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в таком контексте будет действовать до 31 декабря 2024 года. Сегодня, 6 января, РБК Украина сообщала, что самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко похвастался белорусскими армейскими аптечками и передал российским войскам целых пять грузовиков с медицинскими средствами. Напомним, в Минобороны Беларуси сегодня сообщили, что получили новую партию российской техники в рамках союзного государства. По данным аналитиков, в Беларусь прибыло не менее 50 единиц техники. Срочные и важные сообщения о войне. России против Украины читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.